Всем привет! Сегодня речь пойдет о письменных принадлежностях, космических ручках и карандашах. В сети очень давно ходит легенда, что НАСА потратило миллионы долларов и изобрело космическую ручку, а советские космонавты всегда писали карандашами. В действительности, все как всегда оказалось не так. В начале 60-х годов НАСА действительно пыталась разработать инструмент, который писал бы в условиях невесомости. Земная шариковая ручка здесь не годилась. Невесомости чернила не поступали бы самотеком под действием гравитации к шарику. А если стержни создавали давление, то обычная ручка протекала. Использование классического деревянного карандаша с графитовым стержнем посчитали пожароопасным, так как в американских кораблях того времени атмосфера состояла из 100% кислорода. Поэтому было решено использовать специально разработанный механический карандаш в металлическом корпусе. Советские космонавты в начале космической эры использовали восковые карандаши. Они безопасны, писали практически на любой поверхности. А космическая ручка в том виде, в котором мы ее знаем, была изобретена в 1965 году американцем Полом Фишером. Она была создана, чтобы писать невесомости на грязных, жирных поверхностях, под водой и вверх ногами. Принципиально это была та же самая шариковая ручка, но с герметичным стержнем под давлением, вольфрамовым шариком, изготовленным по особенной технологии, и специальным составом чернил. Фишер предложил свое изобретение НАСА. Во сколько обошлась разработка этой ручки Фишеру, неизвестно, но НАСА, вопреки мифам, не вложила в эту разработку ни цента. После всех надлежащих испытаний агентство закупило партию этих ручек и стало использовать в космосе, начиная уже с 1968 года. Позже эти ручки стали использовать космонавты. Мы продолжаем использовать эти ручки до сих пор. Что касается карандашей, то сейчас на борту мы постоянно используем обычные земные автоматические карандаши с толстыми стержнями. Они надежны, удобны в использовании и никакой опасности для экипажа и техники не представляют. Так же, как и маркеры разных цветов и толщины.